Севастополь – город боевой славы и доблести. В рамках ежегодной патриотической акции «Салют Победе» жители Одинцовского округа вспоминают героев, отстоявших его. Наш долг – переживать историю вместе, объяснять, какой ценой достигнута эта победа. И как раз образовательные учреждения, которые задействованы в этом проекте, как никто другой, вместе с учреждениями культуры, делают такие мероприятия, концерты и показывают нашим юным жителям нашей страны, как важно быть русским человеком, как важно помнить историю, как важно понимать значимость этой победы. Делегация территориального управления поселения Горское передала символы эстафеты Голицына. В этом году ими стали Знамя Победы, самозарядная винтовка СВТ-40 и ящик для переноски мин. Главная цель патриотической акции «Салют Победе» – увековечение памяти о событиях Великой Отечественной войны. В этом году она проводится уже в шестой раз. Какому героическому городу посвятят эстафету в следующем году, станет известно уже совсем скоро. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».